Доброе утро, Твина. Доброе утро, командир Уитакер. Список пассажиров. 102 человека на борту. Ну что ж, мы готовы к взлету. Как самочувствие, Уэб? Вы там наверху сделали что-то невероятное. И спасли кучу людей. На себя штурвал! Я потерял управление! Мы падаем! Готовьте пассажиров к посадке! Посадив самолет, вы совершили чудо, командир. Впереди только дома! Слушай, Эван, слушай меня! Уводи нос вниз! На 10 000 мы стали разваливаться. Мы перевернем самолет. Что значит перевернем? Готов? Поехали! Скоро. Я в списке, малышка. Там снаружи куча журналюк ненормальных. Ты у нас как рок-звезда. Тебя теперь до конца жизни в барах будут бесплатно угощать. Капитан Уитакер — настоящий американский герой. Это Хью Лэнг, адвокат из Чикаго. А зачем нам адвокат? Помните, у вас перед полетом брали кровь на анализ? Они обнаружили повышенное содержание алкоголя. Это попахивает пожизненным. Обладатель премии «Оскар» режиссер Роберт Земекис. Суд состоится через 10 дней. Вы оказались под микроскопом. Вы что-то скрываете? От режиссера фильмов «Форест Гамп» и «Изгой». Вы меня застрелите? Или я могу войти в дом? Да, входите, я застрелю вас в доме. На то была воля Божья. Что же это был за бог? Наши следователи подтвердили техническую неисправность. Власти посадили 10 летчиков в симуляторы и смоделировали вашу ситуацию. Все они разбили свои самолеты. Посадить самолет смогли только вы. Мы спасли мою маму. Я хочу поговорить о днях, предшествовавших инциденту. Все это невыносимо, я погибаю. Кто ты такой? Вечером перед полетом я пил. Уитакер знает, что его ждет тюрьма. Мои клиенты не садятся. Это неправда, Уик. Неправда. Обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Я вашу жизнь спасаю. А это жизнь? Земля резко падает! Внимание, садись! Никто бы не смог посадить самолет, как я. Экипаж. Автор сценария Джон Гриттинс, режиссер Роберт Земекис. Скоро в кино.